А вот работу по поддержке проектов в рамках ТАСЭР необходимо усилить. Такое поручение Александр Цыбульский дал Министерству экономического развития региона. Поводом стала встреча с резидентами территории опережающего развития Онега. Инициативы предпринимателей в Рио губернатор оценил как перспективные, а вот поддержку недостаточные ни со стороны Фонда развития моногородов, ни от областного Минэка. Это же не только получение прямого финансирования из разных институтов развития. Это же в том числе и серьезные льготные режимы ведения предпринимательской деятельности. Мне кажется, надо здесь вам подключиться и более активно заняться привлечением резидентов в территории опережающего развития. Потому что сегодня, по сути, вот я настроение снял с людей, уже какое-то разочарование в этом инструменте. Добавлю, что в ТАСЭР «Онега», созданный в 2018 году, сегодня реализуются проекты экологического и оздоровительного туризма.